Добрый день. Многие зрители спрашивают, почему нижние листья у нас вот такой формы закручены. То есть это происходит из-за того, что сейчас жарко, но так как мы растение немножко угнетаем в каком плане? Не даем ему вегетативно разрастаться, мы его меньше поливаем, реже, да? И второй момент, мы поливаем его достаточно высокой электропроводностью для лета, да? То есть это минимум двойкой, но так как растение высасывает воду, в прикорневой зоне эта электропроводность выше. Соответственно, он не может так как бы напиваться. То есть, чтобы примерно вам сказать, да, то есть, вот, ну, возьмите, например, там, ессентуки 17-й какой-нибудь, да, такой сильно соленый. Вы никогда его так не будете пить, да, например, как талую воду. То же самое с помидором. То есть вода есть, но он ее пьет понемножку. И поэтому для того, чтобы снизить испарение, он начинает сворачивать вот так листья. То есть этого страшного ничего нет на самом деле. Эти листья уже, в принципе, свою работу сделали. По-хорошему их даже можно вот так убрать, потом будет. То есть они не нужны. Тут пасынок тоже здесь. То есть вот эти листья, которые были, да, они реально уже не нужны. То есть они свое дело сделали. Так что здесь как бы бояться, что нижние листья. То есть самое главное, да, листья, которые вот до кисти, это вот, это листья, которые больше работали на корневую зону. Да? То есть вот пока мы еще оставляем несколько листов, пусть корневая зона растет. Все, что вот над кистью, да, то есть это нам нужно для налива потом плодов. Поэтому листовой аппарат нам нужен. Эти вот так вот убрали. То есть можно спокойно, то есть можно вот эти листья, да, вот эти нижние. Если вам они уж так глаза мозолят, их можно убрать. В принципе, эти вот так. В этом ничего такого страшного нету. Потому что, как я вам сказал, да, то есть эти листья уже свою работу сделали, дальше вышли большие листья, больше, они их, в принципе, и в большей степени уже притеняют. И можно их потихонечку убирать, если есть у кого время. На этом все. Спасибо, до свидания.